Видео, которое вы только что посмотрели, это тизер к съемкам фильмов о финалистах гуманитарной премии «Аврора». Но прежде чем объяснить увиденное, я хотел бы сказать пару слов о, наверное, самом серьезном предрассудке в современной России, с моей точки зрения, о недоверии. Индекс доверия в России один из самых низких в Европе. Полиция, например, доверяет всего 6% населения. Но самое страшное, что мы не только не доверяем государственным институтам, мы не доверяем и самим себе. У историка Сергея Медведева есть лекция «Забор как форма русской жизни». После крушения СССР, который сам по себе был одной большой зоной, россияне вместо того, чтобы сближаться, стали активно отгораживаться. Страну переградили заборы, ворота, кодовые замки, металлические двери. Почему это произошло, у нас, наверное, сейчас нет времени выяснять, но можем констатировать факт. Мы перестали доверять друг другу. В рейтинге мировой благотворительности Россия занимает одно из последних мест, 125-е из 136. Денежные переводы в благотворительные фонды или частным лицам, нуждающимся в помощи, делало всего лишь когда-либо 6% людей. Я это знаю не понаслышке, поскольку почти год проработал в благотворительном интернет-портале «Такие дела». Многие, наверное, слышали такое выражение «все пиар, кроме некролога». Мы любое альтруистическое действие воспринимаем или как попытку самопрезентации, или способ срубить бабла. Мне кажется, что без доверия невозможно построение гражданского общества. А без сильного гражданского общества мы не можем сами влиять на свою судьбу. И оказываемся таким образом полностью зависимы от действий власти, что, собственно, сейчас и происходит. Но вернемся к увиденному. На протяжении нескольких месяцев я ездил по странам третьего мира и делал фильмы-портреты финалистов премии «Аврора». Герои, которых мы снимали, это фантастические люди, жизнь каждого из которых, наверное, достойна героического эпоса. Мне кажется, очень важным рассказывать миру о людях, которые безвозмездно, самоотверженно, рискуя собственными жизнями, спасают других. Мне кажется, что мы должны научиться заново верить в добро и в его силу. Наша первая героиня – это Саида Голам Фатима из Пакистана. Фатима посвятила всю свою жизнь освобождению людей из долгового рабства. Это такой варварский пережиток, когда бедняки берут кредит
у владельцев кирпичных заводов в Пакистане. И потом и они, и их дети вынуждены всю жизнь отрабатывать этот долг. На Фатиму совершалось несколько покушений. Ее родня от нее отказалась в консервативном исламском государстве. Она была абсолютной одиночкой, и своей семьи у нее тоже не было. Тем не менее, Фатима сумела организовать рабочих и добиться принятия закона, запрещающего долговое рабство, хотя де-факто он там все равно существует. Она спасла из рабства более 80 тысяч человек, и каждый раз это были какие-то спецоперации, в которых она лично участвовала, сопряженные с риском для жизни. Следующий герой – отец Бернар. Ему всего 32 года. Молодой священник из Того получил 5 лет назначения в небольшой городок в Центральноафриканской Республике и оказался в настоящем аду. В городе началась гражданская война в стране, и она пришла в город. Сначала туда пришла мусульманская вооруженная группировка Селека, и они начали убивать и грабить христиан. Он скрывал их, укрывал на территории своей миссии. Потом Селеку вышибло христианское ополчение Антибалака. И так называемые христиане начали резать всех мусульман подряд, сжигать заживо, пытать, совершать акты каннибализма. Отец Бернар мог остаться в стороне, ему ничего не угрожало. Тем не менее, он начал укрывать мусульман с риском для жизни на территории своей миссии и спас таким образом более 1500 человек от верной гибели. Маргарет Баранкица из Бурунди. На протяжении десятилетий Бурунди и Руанду раздирал межэтнический конфликт между хуту и тутси, двумя основными племенами. На ее глазах, когда она еще была совсем молодой, было убито более 70 хуту. Ей удалось спасти детей этих людей. И с тех пор она решила, что ее миссия – открыть приют для вот таких вот сирот, чьи родители погибли на войне. Так возник Мезон Шалом, который превратился в большую структуру со своими школами, мастерскими, кинотеатром и самой современной в Бурунди больницей. Маргарет учила, что неважно какой ты национальности, все мы Божьи дети. Она спасла и социализировала десятки тысяч детей. Наконец, мой любимый герой, американский хирург Том Катена. Если бы он был хирургом США, он, наверное, был бы очень богатым человеком, но он вместо этого отправился в Африку. Катена христианин, и он считает, что спасать людей надо буквально. То есть место христианина там, где действительно больше всего страданий. Таким образом, он оказался во главе госпиталя на юге Судана в Нубийских горах. В отношении нубийцев преступный режим Аль-Башира ведет геноцид и подвергает мирных жителей чуть ли не ежедневным бомбежкам. Катена – единственный хирург на 750 тысяч человек. У него нет выходных. Он практически не покидал территорию госпиталя на протяжении последних 6 лет. Когда я делал с ним интервью, подъехало 2 грузовика с ранеными, которые попали где-то там под какие-то бомбежки. Он вынужден был прервать разговор и отправился оперировать людей. Если вы спросите, существуют ли современные святые, то я скажу «да», и это Том Катена. Что объединяет, казалось бы, таких разных людей, кроме героизма? Вера в добро. Несмотря на то, что эти люди живут среди ужаса и насилия, они продолжают верить в человечество, верить в то, что когда-нибудь добро победит зло. Я могу сказать, что это, может быть, звучит наивно, но я это видел, это действительно работает. И без этой веры у них бы ничего не получилось. Философ Фукуяма как-то сказал, что доверие – это главный социальный капитал.
Я бы хотел, чтобы мы больше верили в людей и доверяли друг другу. Спасибо.